It's delicious. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, дядя Зина, Серега, Профит, Угабуга, Водочка, Гусанек. И хочу еще сказать, что, ребята, сегодня у Сереги день рождения, все пишите в комментариях, Серега, с днем рождения, пацаны, поздоровайтесь. Привет, всем привет. Всем здорово. Всем привет. Здравствуйте. Мы скачали крутецкую карту, это большая комната с мемами и всякими приколами, и решили записать на ней прятки. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем искать. 3, 2, 1. Псих-аниматроник выдвинулся на поиски. И кого я нахожу, тоже берет аниматроника. Так, Серега, я знаю, где ты заныкался. Я на самом деле палил все это время. Ладно, шучу, не знаю, где ты заныкался. Мне кажется, что тут кто-то заныкался. А, ну, на самом деле я знал, что тут никто не заныкался. А не, кто-то заныкался. А, то предмет летает. Блин, вы меня запутали. Ты какой-то череп летает. А то не ты летаешь, Серега? Не. Я думал, то ты... О, я стекла бью. Так, ребята, настроение отличное. Надеюсь, вы обязательно поставите лайкосик и подпишитесь на канал. И зайдете в наш Дискорд пообщаться. У нас уже очень-очень много классных человек... Человечек-чек. Фигню, как всегда сказал. На самом деле, я думал, что я быстро кого-то найду, но что-то у меня не получается это сделать, поэтому... Включаем максимальный режим поиска. И подожди, здесь то, что... Не открывается. Котики очень милые. Тебе нравится? А, ты там, где котики. Все, я понял, я иду туда. Какая подсказка была? Ну и там звук был кошатиков. Кошатников. Кстати, Сереге 24 года. Стук. Есть, угабуга, угабуга. А я... Есть! На самом деле, я даже не видел, кого я там убивал, но я убил кого-то. Сразу двоих нашел. Так, берите, пацаны, твистед аниматроников. Ой, еще одного нашел. Да что у вас такие простые нычки? И начинаем всех искать. Кого последнего мы найдем, тот будет победителем в этой серии. О, я убил крипера. Офигенные здесь всякие звуки. За что? Серега, ну ты же где-то тут ныкаешься. Насколько я знаю, ничего... Серега очень профессиональный прятальщик, поэтому, мне кажется, его будет очень сложно найти. И Гусанек хорошо ныкается. И я... И ты. А в невидимку заходить можно? Нет, давайте, чтобы было по-честному, если что, даже можно убегать. Хорошо. Блин, я ничего здесь не вижу. Там такая нычка была, конечно. Ну, друзья, стекла могу бить? Химера из сталкера бегаю. Так. Ой. Регорейшн. Так, тогда мы что, делаем? Идем в ту сторону, где я еще никого не искал. Надеюсь, я там кого-то найду. Вот поезда ездят, я не вижу. Ну, это ж хорошо. О, я могу на вентиляторе подняться. Ой, хорош. О, тут телефончик лежит. Это опа. Хорошо. Опа, кто это? Взорвался. Это карта кто? Такая с этими, с всякими прикольчиками. Мемами. Это рядом со мной было. А, все, я иду по запаху. Ой, по твоему запаху иду. Сейчас тебя найду. Так. А, да? Да. Вот тут пони есть. Я еще раз его убью. А там на люстре никого нету? На люстре никого нету. А ты тут бегаешь. Я просто знаю, что Серега где-то здесь прячется. Не знаю почему, но у меня такое ощущение. Ощущение у меня не обманывает. Так, подожди, давайте спрыгнем сюда вниз. Мне кажется, что он здесь может быть. Здесь прям очень запутано. Прям сложно будет кого-то найти. Ой, Серега, да ладно, я так хотел тебя замочить. Yes. А где он был? А, я так знал, что он там сидит. А где он был, расскажи. Ну, короче, в доме, где карточки вот стоят. Я не знаю, где это, но сейчас найду. Какое-то какашка взяло и открыла дверь там. Ну, это ж хорошо, это ж хорошо, Серега. Так, давайте тогда сделаем перекличку, кого мы еще не нашли. Меня. Двоих. И меня. Троих. Так, кота уже опять терроризирует. Вот там никого нет. Хватит кота гладить. Так, у меня такое ощущение, что Гусанек будет победителем. Но раз Серега у нас уже в рядах поисковиков, то Гусаньку не сильно будет прям сладко. Зная Серегу, он тоже как плохо... Ой, как хорошо прячется, так и плохо ищет. На диване смотрели? Где? На диване. Нет. А вон, я то есть Серега, наверное, ходит? Не, не Серега. Я на диване, по дивану бегаю.
Так, а тут еще и диван есть. Блин, вроде такая карта. Куча секретных комнат, Дима, ты учитывая это. Тут запутанная куча... карта. В первый взгляд у меня показалось, что будет очень легко. Но вот когда начинаешь искать, то сложновато. Мне показалось, пачка сигарет, но это пачка шариков. А не, это соломки такие в шоколаде. Так, подождите, где еще я не искал? Где я еще не искал? Тут в шторках. Давайте все прям прочекаем. Так, никого. Велосипеды. Так, зная гусь Санька, он ищется на... Он прячется на высоте. Я знаю его просто, уже его психологию. А в поезде? А в поезде никого? А в поезде, а как там? Только на сверху уж можно сидеть? Всё, нет, там ничего. Там никак, ничего. Да. Ищем наверх. Нашел, нашел одного. А где он? Блин, молодец, дядя Зина. А что он сделал, убил тебя? Да. Извини, пожалуйста, у меня пингвин. На колени. Ой, извиняю. Настроение классное. Так, подожди, где у нас гусь? Вот если б я был гусаньком, где бы я запрятался? Где-то. В нычке. Я знаю, что он очень профессиональный игрок. Так, подожди, подожди, подожди. Так, здесь на диване что у нас есть? Опа, меч достал. Кто-то достал меч, будет рубить сейчас нас. Я нажал на пирата, он меня ножом пронул, мечом. Я нашел профита. Ой, профита наш. Так что, остался один у нас гусь? Нет. Нет. Еще пингвинус. А, и пингвинус. Пингвинус молодец. Давай, я в тебя верю, ты победишь гусанька. По-любому. По-любасу ты это сделаешь. Пингвинус, давай. Так, подождите, вот такое ощущение, что гусанек тут прячется. Не знаю почему, но мне кажется, где-то он здесь вот. Так, давайте прям будем по ступенькам подниматься и искать его. Подсказки не давать, мы должны их сами найти. А может в снайперке кто-то сидит? Я уже проверял, никого нету там. Она же такая, как бы, текстурка проваливается прям. Гусанёк нашёл. Где, где? Вниз падает. Он был наверху? Да, да, да. Где поезд, где поезд? Да вижу, вижу, вижу. Гусанёк, ну ты чего? Ай, Серега, обстоятельства. Серега, я в тебя верю, ты сможешь его убить. Я в тебя очень сильно верю. Вот он бежит. Так, еще гусанька не убили, да? Мы можем телепортироваться еще. Ну это ж хорошо. Так, подожди, мне показалось, что тут кто-то пробегал. Так, спрыгиваем вниз. Че, гусанек убежал? Вот он, блин. Вы до сих пор его ищете, его не можете замочить? Вот он. Давайте, давайте, я не буду вам мешаться, чтобы кто-то один гнался за ним. Я же по нему попал. Ну видишь, не попал. Вот он снизу. Спасти. Так, 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 так. Смотрите, как он всех обманул. Давай, гусанек, я в тебя верю, давай! Да. А, водочка, видишь, он смог тебя замочить. Так, ну что, победитель у нас... Не, остался этот же еще. Пингвинус, ну победитель, пингвинус у нас. Все, еще ищем его? Конечно, мы должны его найти. Если мы его не найдем, значит мы рахиты. Ну тогда... А мы разве не так рахиты, Дим? Да нет, ну... О, это пингвинуса музыка была. Та-дам, красавчик! В честь победы. Серега, как тебе в 24 года, хорошо? На душе? Ну, все, пенсионер пожалуйста. И что я буду говорить за свои миллион лет? Так, давайте проанализируем, где мог заныкаться пингвинус. Тут унитаз какой-то, что, скибиди туалеты были тут. Наверное. Так, а в мячике не мать? Что за ребенок? Это что за смех? Не знаю. Не, ты на аниматроне какой-то издаёт. Нет, это карта. А, это карта? А что ты знакомый был, как будто из игры какой-то. Из Роблокса это, скорее. Вот, он здесь. Я уверен, что он здесь зныкается. Так, подожди, подожди, подожди. Давайте мы... А, я могу ТП-хаться. Это ТП-хаюсь. Так. Я по-твоему как гусь Санька нашел. Я ТП-хнулся, он наверху сидел там. Я помните, сразу сказал в начале, что он прячется наверху? Да. Я его очень хорошо знаю. Что за параша? Марио. В Марио играем, ну это же мемы у нас. Я забираю свои слова назад, здесь никого нету, а вот здесь, мне кажется, кто-то есть. Так. Нема никого. Ой. Тут еще куча пулеметов стоит. Нашел его? Да. Так, замочи его. Так, это я, чтобы мы друг друга не убили. Вот на меня. Ой. Ой. Так, поднимаемся наверх. Нашел, нашел, да, реально нашел. Давай, я мочи его. А, я вижу, как вы хотите догнать. Чего? Замочили его. Есть. Короче, ребята, сейчас мы делаем так. Вы будете все меня одного искать. Сейчас я возьму себе скин маленький. К тому, что тебя найдут и съедят. Не, меня не убьют.
Убьют. Раз, два. Все, давайте, я готов. Ой, ребята, нычечка у меня, конечно, эпическая. Лайк за нычку. Я очень сильно старался, чтобы они меня не нашли. Блин, я бегу. А я сижу на классной нычке. Никто меня никогда не найдет. И сейчас ты нам ее скажешь. Блин, ну вот реально можно было даже вот там вот заныкаться. Но не знаю, возможно туда было бы запрятаться или нет. Или вот, вон еще тоже нычка. Я, кстати, ребята, в начале ролика всем включил режим полета, поэтому они могли бы заныкаться где угодно. Или вот там вот, смотрите, сколько там классных нычек. Просто эпических. И вот здесь вот. И вот там вот можно было заныкаться. Давайте, если вы меня в течение 2 минут не найдете, я буду выиграть, я буду победителем номер 2 после пингвинуса. Но вас 7 все-таки, знаете, 7 человек меня ищет. Если хотите, я вам подсказку дам небольшую. Да не, давай сейчас минута пройдет и подсказка. Хорошо, будет. Хорошо. Ой, что за звуки? Здесь такие прикольные звуки везде. Обалденные просто. Давайте посмотрим вообще, как со стороны я выгляжу. Все отлично, все отлично. Тебя видно хотя бы? Ну, я не буду вам ничего подсказывать, но уже я кое-что там кого-то увидал. Видал такое, да? Слушай, Дим. Да. Нет, он увидел меня! А ты из-за гранаты меня, да, спалил? Нет, я увидел тебя, потому что я решил проверить свою нычку, где я прятался. Все, ребята, а вот теперь гонки начинаются! Ай, да я поддался! Да ладно, блин, ну классно меня убили, молодцы. Серега, я знаешь, где сидел? Где-где? На часах, на самом, видишь, там часы на стене есть? А, ну там гусанек и прятался. Да, ой, гусанек, мы что, одинаково заныкались? Да. Офигеть, вот это у нас одинаковое мышление. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, не позорься. А, все, он сделал свою миссию. Красавелла!